команде ко мне, собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, место. Сейчас мы пройдем срыв начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 3,5 месяца, кличка Фалько. На первом этапе зайдите в такой подсумочек с лакомством, и обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, место. Хорошо. Хорошо, пацан, место. Хорошо, место. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Да, Фалько? Команда ко мне – это сложная дуальная команда. Правильно я говорю? На первом этапе ее нужно отрабатывать в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Мы сегодня отрабатываем эту команду с нашим котиком Рыжиком. Рыжик является сильнейшим раздражителем для наших младших друзей. Правильно, Фалько? Красавчик. Гуля. Рыж. Гуля. Фалько. Ко мне. Фалько. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при началах движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать поэтапно. Правильно, Фалько, иду? Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние 7 часы до кормления. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, пацан. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо, лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку расстояния также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку «команда хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Фалько. Рядом. Погонял бы котейку, да, Фалько? Рядом. Хорошо. Ай, молодец. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке собачка может принять любое положение. Сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочки. Собачка может лечь, сесть, встать, но не отходить от поводочки. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Фалько. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо.
После того, как провели дрессировку, дайте собачке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Правильно, Фалько? Красавчик. Красавчик. Погонял бы рыжика, да? Ой, ты мой красавчик. Хорошо. Красавчик. Гуляй. Рыжик. Фалько. Фалько, ко мне. Ну, какая провокация. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Не дает тебе рыжик покоя, да, работать? Хорошо, ну ничего. Сейчас побегаем, поиграемся, да? Будьте мой муси-пуси. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Ай, молодец. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. То есть это мы продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 3,5 месяца, кличка Фалько, свою работу отлучил. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Instagram, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь вам в дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Место. Вот так работает у нас немецкая овчарка, возраст 3,5 месяца, кличка Фалько. Хорошо любить и жаловать. Сейчас будем пускать на прогулку. Всем удачи, всего доброго.